И одна из таких историй, грустная, но очень трогательная, пришла к нам из Дегтярска. Да, местной жительнице удалось невозможное. Она спасает жизни после смерти. Семья Нелли Лаптевой, погибшей в Турции, передала собранные для женщины деньги нуждающимся. Расходы на лечение и транспортировку тела туристки в конечном итоге покрыла страховая компания. Поэтому 250 тысяч рублей, которые перечислили родным неравнодушные, теперь на счету тех, кому они жизненно необходимы. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто нам помогал в нашей ситуации, кто не был равнодушным. Но поскольку страховая в итоге оплатила все наши расходы, мы ваши деньги, одну часть перевели в фонд «Дети России», а вторую часть – семье из Дегтярска, которая сейчас очень нуждается в материальной помощи. Деньги присылали благотворители со всей области. 54-летняя свердловчанка впала в кому на турецком курорте. У нее случилось кровоизлияние в мозг. Несколько дней, в течение которых местные медики боролись за жизнь женщины, стали самыми страшными для ее семьи. Больница выставляла огромные счета за лечение, а страховая компания отказывалась их оплачивать. Мол, у Нелли Лаптевой обострилось хроническое заболевание, а это не страховой случай. После смерти туристки страховщики все же пошли родным навстречу и оплатили расходы. В итоге 100 тысяч рублей родственники перевели в благотворительный фонд «Дети России», а еще 152 тысячи на счет семьи Шайдулиных из Дегтярска. Им необходимы деньги на лечение ребенка-инвалида.